Однажды Фрэнк попросил меня заглянуть в бар. Он сказал, для меня есть небольшая работенка. Том, у нас на подходе два грузовика с первосортной выпивкой из Канады. Сэм отправился за ними на место встречи. Это на одной старой ферме за городом, и нам нужно доставить груз в город. Я посылаю два грузовика, на одном из них Колин. Хочу, чтобы ты отправился с ними и последил там за всем. Просто для верности, чтобы все прошло гладко. Возьми у Ральфи машину, с Поли встретишься на нашем складе. Приедешь туда, и Поли выдаст тебе оружие. Окей, Фрэнк. Так что у нас на сегодня, Ральфи? Привет, Том. У меня для тебя новая машина. 65 лошадиных сил. И если до отказа утопишь педаль, то выжмешь миль 75. Поставили на нее новый замок, а это не беда. Посмотри. Видишь, это очень тупо просто. Можешь взять эту машину или другую, старую, как хочешь. Спасибо, Рэд.
Эй, Томми! Едем на ферму за городом, заберем пару грузовиков отличной косорыловки. Тебя отправили с нами на всякий случай, но вроде все должно пройти гладко. Тебе не надо ничего делать. Парни загрузят фуры и поедем домой. Сэм уже там нас ждет, дай бог, чтобы не выжрал половину еще до нашего приезда. Я буду вести. Купом заплачено, так что не о чем беспокоиться. Похоже, можно было бы остаться дома и поспать. Эй, раз я не сплю, так и тебе не положено. Поехали. Только лучше днем. Ты-то предпочел бы нам Сару, дочку Луицы, так? Она твоя ночная смена. Что ты можешь об этом? Можешь ты и все остальные. Даже Луица знает, что ты за ней ухлёстываешь. Думаю, чтобы он очень возражал, в конце концов, ты спас ее невинность. Держу пари, что ненадолго, а? Усох, Поль. Ты что, свечку держал? Ладно тебе. Да шучу, она хорошая девка. Вы друг другу подходите. Вот уж в чем не уверен. Я не представляю себе, что прихожу домой и говорю. Знаешь что, работать сегодня? Ворот здесь, клиентов завалил. Ты же не обязательно говорить об этом дома. Если не будешь вести себя так, как думают о нас газетчики, ей будет плевать на все это дерьмо. Она ведь что надо. Тебе это кажется нормально? Всю жизнь скрывать от жены, кто ты есть на самом деле. Да не дергайся ты! Все! Что стряслось? Сэм должен был ждать здесь, а его нет. Пахнет жарим. Слышь, мы подождем здесь у грузовиков, а ты тихонько сходи, проверь, что делается. Спасибо за доверие. Возьми с собой пару берег. Друган заболел. Кто вы? Вы из полиции? Мистер Морелло и шериф хотели бы передать привет и сообщить вам, что с этих самых пор они берут на себя эту работу. Thank you.
все мертвы. Что? Ребята из грузовика, они убиты. Все погибли. Что? А как же Сэм? Его ты видел? Нет, не видел. Но там есть запертый сарай, может быть, внутри. Без него мы не уйдем. Надо вернуться и найти его. Ладно, вернемся. Только сперва надо найти лом или что-нибудь в этом роде, чтобы выломать дверь сарая. Ладно, пошли. И смотрите за грузовиками. Каждый вам тут подойдет ближе, чем на 100 ярдов в расход. Здесь была бойня. Мамочка, блин. Похоже, они хотят совсем стереть нас с лица земли. Да? Но это будет не так просто. Мы сами наверху. В порядке? Ага, в порядке. По крайней мере, хуже уже не будет. Ладно, я заберу его. Постой на шухере. Сэм, это я, понял. Вставай, пошли домой. О, надо к доктору. Я неважно себя чувствую. Похоже, что-то подцепил. Тебя немного течет из носа. Сэм, тебя положим в кузов.
Том будет с тобой на всякий случай. Ладно. Том, давай с ним и следи в оба. Вот Томсон, вдруг понадобится. Понял. Поль, похоже, у нас тут еще гость. Том, сзади Томпсон и немного патронов. Сныкайся за ящики и приготовься. Стреляй, как только они будут позади нас. Следи, чтобы они нас не обогнали! Сэм, мы у доктора. Боже, Полли, это ты? Что ты тут делаешь так поздно? Добрый вечер, доктор. У нас тут был несчастный случай. Нужна ваша помощь. Ладно. Где он? Несите его внутрь. Ага. Это наш доктор. Он не задает вопросов. И Сэм будет в надежных руках. А ты уверен, что это не какой-нибудь мясник-недоучка? Еще бы, он лучший врач, которого можно нанять в этом городе. Если тебя ранят, ты еще спасибо скажешь, что он у нас есть. Ладно, надеюсь, он позаботится о Сэме. Хорошо, что все кончилось. Сэм еще легко отделался. Пойму я ублюдка, который нас тут поставил. Оторву башку. Похоже, у кого-то мы в печенках сидим. Верно замечено. Не знаю, как ты, а я бы пошел врезал по маленькой. Когда Дон узнает, что случилось, работы будет чертова прорва. Это же настоящая война. И это нехорошо. Это крайне фигово. Ну ладно, доброй тебе ночи, Дон. Спи спокойно. Или хотя бы постарайся.
Томми, твой приход – это подарок небес. Тут один осведомитель болтает, что копы охотятся за моим хорошим другом. Эй, нужно как можно скорее послать ему весточку. Он живет в Хобокене. Сможешь предупредить его? Ладно, Лука. Так что? Порядок. Все прошло удачно. Он поблагодарил тебя и быстро исчез. Слава богу. Что ж, у меня есть награда для тебя, Томми. Вот, она совсем новенькая. Немного не такая, как другие машины. Это новая серия автомобилей аэродинамической формы. На мой взгляд, она просто душка. Хотя многие таких не любят. Главное, урчит, как котенок. Можешь легко заполучить такую. Просто поверни эту проволоку вот здесь. Бац, и все. У одного парня в Оуквуде есть такая же модель. Он оставляет ее перед гаражом, за домом. Ага. Прекрасно, спасибо.